Как известно, многие художники бывают часто голодными, и мы сейчас хотим поговорить с профессионалами индустрии о том, что же можно сделать, когда ты еще голодный, еще не начал зарабатывать на хлеб с маслом и с икрой. Очень коротко попрошу рассказать о себе самое важное, самое значимое, чтобы люди в зале понимали, что вес вашего мнения достаточно серьезен. Давайте просто по порядочку начнем. Петр. Добрый день, меня зовут Петр Востоков. Вот уже 8 лет я руковожу большим джазовым оркестром. Создал его практически единолично. И это достаточно редкий случай, когда этот коллектив, и это большой коллектив, был создан изначально не на коммерческой основе, то есть, как в теме написано, без бюджета. И 8 лет он где-то выступает, и выступает в неплохих местах. Чуть позже у нас появились большие концерты, мы начали арендовать залы, собирать большие залы, собственно. Поэтому я считаю, что я вполне в теме этой. Отлично. Таня. Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я представляю пиар-агентство Doing Great. Мы сопровождаем Roof Music Fest, Stereo Leto, Alpha Future People и другие классные культурные события, фестивали, концерты, выставки и вот это все. Ну, то есть сопровождаем это пиар, SMM, реклама и, ну, в общем, продвижение. Самый важный момент – опыт некоммерческих активаций имеется уже. Правильно я понимаю? Имеется, да. Спасибо. Саша. Привет, друзья. Меня зовут Саша Машин. Я джазовый барабанщик. И недавно я стал продюсером нового лейбла, который сейчас набирает обороты. Это лейбл, который называется Rainy Days. Мы поддерживаем современную джазовую музыку. И в последнее время занимаюсь, кроме музыки, еще и активностью, связанной с распространением джазовой музыки, проведением концертов, фестивалей. Например, этим летом в августе мы провели фестиваль, который прошел в Санкт-Петербурге и Москве. Это первый фестиваль Rainy Days. И, собственно, видимо, из-за этих обстоятельств я и нахожусь перед вами сейчас здесь. Спасибо. Ольга. Добрый день. Я директор и художественный руководитель муниципального автономного учреждения культуры «Джаз-клуб Геликон», город Новокузнецк, единственный в России. Продюсер международного фестиваля «Джаз в Старой крепости» имени Анатолия Берестова. Вокалистка, лауреат международных джазовых фестивалей. В принципе, все. Спасибо. Я очень в душе сильно надеюсь на то, что в зале присутствует приглашенный эксперт Максим Михилев. Обозначьтесь, если вы здесь. А будьте добры, можно Максиму микрофончик на секундочку дать? Пару слов. Всем привет, здравствуйте. Я Максим Михилев, технический директор портала Global Jazz. Это самая большая в мире веб-платформа, посвященная джазовой музыке. Порядка миллиона ежемесячных посетителей. Ну и мы поддерживаем профессионалов в джазовой индустрии. Support professionals in jazz, musicians, promoters of festivals, different services that work in this area. Спасибо огромное. Начнем по порядочку. Петр, я, наверное, попрошу тебя чуть-чуть придвинуться микрофон, просто стульчик вперед поближе, чтобы они у вас не заводились. Итак, надеюсь, сидят талантливые, молодые, не менее энергичные музыканты, которые только начинают свой путь или уже там первые какие-то отрезки преодолели. И на банковском счете пока еще много не осело, а может быть и ничего еще пока нету. Вот твой опыт первых шагов, первых ошибок, с чего начать? Ну, очень сложно попробовать какие-то советы. Я могу просто рассказать, как у меня это было. Есть такая знаменитая цитата великого Дизи Гиллеспи.
если хочешь стать банкротом, создай джазовый оркестр. Что, собственно, он и сделал в середине 40-х годов. И у него было несколько попыток создать этот оркестр, который существовал очень недолго. Знаменитые его составы уже возникли гораздо позже, я имею в виду большие составы. Изначально я, когда создавал оркестр, это был коллектив, связанный в первую очередь с музыкой, поэтому мне было очень просто с музыкантами. Вы, возможно, у вас будут проблемы, когда вы будете нанимать музыкантов, как с ними расплачиваться и так далее. Но в нашем коллективе изначально главная цель, которую мы ставили, это собрать коллектив друзей, которые связаны одной какой-то идеей. Я не хочу сказать, что они работали безвозмездно, но первое время мы, скажем так, рассчитывались с ними, используя какие-то равные условия, то есть сколько мы зарабатывали, только мы с ними расплачиваемся. Это вполне их устраивало в первое время. Но чтобы после мне продолжать это дело, мне надо было уже думать, как продвигать. И поэтому мы выбрали достаточно правильный способ. То есть чем больше мы поднимались, тем больше я должен был в это вкладывать. И использовал я, естественно, и если речь идет о деньгах, то есть то, что мы заработали предыдущие разы, поэтому достаточно был плавный переход. Сложно сказать каких-то ошибок, потому что все было достаточно, если у нас что-то не получается, то у нас не получается. То есть очень было немного случаев, когда мне надо было вкладывать какую-то большую сумму, и я мог прогореть. Ну вот примерно сейчас я в такой ситуации, у нас большой-большой концерт в Москве будет через полгода. В любом случае, я когда начинал, я использовал весь свой какой-то ресурс, который имел. В то время я работал в оркестре Олега Лундстрема и в оркестре Игоря Бутмана. И использовал какие-то свои связи. Я использовал знакомства все свои. То есть, в первую очередь, это хорошие отношения. Есть еще такая знаменитая тоже цитата одного руководителя оркестра, что оркестр, который приходит вовремя, хорошо выглядит, его, как бы он ни играл, его всегда захотят позвать еще раз. Поэтому мы использовали какие-то такие способы, которые не связаны с деньгами, наверное. В первую очередь, связи, и никогда не использовали спонсоры, так как я наблюдал много ситуаций, когда оркестр заканчивался в тот момент, когда заканчивался спонсор. У меня не было это в планах, поэтому мы всегда все делали сами. В принципе, изначально не пытались найти спонсора, чтобы впоследствии от него не зависеть? Да. Независимость – это одна такая вещь очень хорошая. Но дело не только в независимости. Я боялся, что если людям начать платить деньги, музыкантам, ни за что, то есть в любом случае, то я знал прекрасно, что как только эти деньги закончатся, мы потеряем коллектив. Поэтому даже после, когда появились какие-то подобные предложения, я от них отказывался уже. Но они мне уже были не нужны, я думаю. Я примерно похожие вопросы всем буду задавать. Это вот сейчас будет один из них тебе, Петр. Какова была эволюция вашей скромности на протяжении развития? В смысле, с моей? Что с ней было на старте? Скромность в запросах. Скромность в подаче, скромность в общении с партнерами, с организаторами, с билетными операторами. Личная скромность. Самый первый год, когда мы существовали, у нас была одна концертная площадка, на которой, собственно, мы впервые выступали. Это был центральный дом журналиста. И поэтому мы были очень нескромны там. И в конце года нас позвали выступить на фестивале, в конкурсе принять участие в «Усадьба джаз», где мы получили практически гран-при, первое место, и выступили на этом фестивале. После этого мы уже, наверное, думали о том, что мы уже что-то из себя представляем, поэтому... Но в первый год было так, то есть... О какой скромности идет речь? Мы делили
Вот, например, сейчас появилась ваша табличка. Ага. В зале. А. Ну, никаких у нас запросов не было, потому что мы, первое наше было условие в этом зале, и попали мы туда по знакомству. Мы играли раз в месяц концерты, репетировали там, хранили там свои вещи и делили гонорар пополам. Ну, не гонорар, а все доходы от этого концерта. Вот. Других запросов не было. Можно бы микрофон не выключать, наверное, ничего страшного с ними не произойдет. Еще один маленький вопрос тебе, Петр. Насколько четко ты ставил перед собой следующие цели, насколько далеко ты эти цели ставил? Could you please tell us if you had, if you set any clear goals during this non-commercial development, or it was just on a whim, and you relied on your intuition? Ну, во-первых, у нас есть директор в нашем оркестре, не все, что мы делаем, придумал я. У нас есть директор. К несчастью, это тоже музыкант, поэтому идеи приходят ей не чаще, чем мне. В принципе, вначале не было никаких целей. Единственная цель была это продолжать это дело и начать зарабатывать какие-то деньги, потому что у меня, например, не было уже другого пути обратного не было, так как я уволился отсюда, и это было, чем дальше, тем это больше становилось единственным моей деятельностью, единственной моей работой. Вот. И какие-то идеи уже через несколько лет только уже немножко, ну не то, что надоело, но показалось скучным достаточно в чем-то, и выступать только в Центральном доме журналиста или еще где-либо. И мы хотели какие-то большие площадки, и уже начали общаться с залами. А еще через несколько лет, когда поняли, что залы нас обманывают, мы решили их арендовать, брать деньги и сами все делать уже, общаться с этими билетными операторами и так далее. Как ты думаешь, если бы ты все-таки with other venues. Какой-то постоянный источник доходов, какую-то работу, которую получилось создать permanent source of income. Ты сказал, что ты отошел бы уволился. Если бы не уволился, do you think you could have the possibility to create more solid project? Because ну, you told с последнего that you места я уволился буквально летом. Это Академия музыки мне Гнесина, так как у меня просто нет времени заниматься этим. Я думаю, что делать что-то иногда меня просят заниматься какими-то проектами, то есть связанные с моим оркестром, но чтобы мы что-то сделали специально для... Это очень сложно вести какую-то отдельную линию, вот даже зная свою занятость, у меня просто не было бы на это времени, и, естественно, мотивация здесь уже никакая не помогла бы, если ты занимаешься чем-то очень серьезным. Если у тебя большой коллектив, и ты его практически один им занимаешься, а это огромное количество дел, которые надо делать, начиная от музыкальных, административных, кончая общением с разными людьми, с деньгами в том числе. Вот, поэтому я даже не знаю, если бы мне предложили бы деньги, я думаю о том, как заработать сам, то есть мне это более интересно, как собрать зал, и чтобы оркестр существовал на деньги, которые он заработал, это главное условие его существования. Не знаю, если бы мне предложили бы какой-то бюджет, что бы я с этим делал, наверняка воспользовался бы неправильно, есть разные способы потратить эти деньги. Поэтому меня вполне устраивает то, чем и как я занимаюсь. I'm very happy with Спасибо. The way my activities organized. Спасибо огромное. Thank you very much. Уже интересно. It starts to get interesting. So, Tanya Pantaleeva. Несмотря на то, что ты не музыкант, да, насколько я знаю. Even though you're not a musician, you don't perform yourself. То дело, которым сейчас ты занимаешься, I know that what you're doing is also very relevant because you also started from scratch. You started at the bottom almost. And I'd like to ask you a couple of questions with regard to this. Right now you're working with major projects with large budgets. So
you have worked in both ways. You have worked without a budget and with large budgets. So you're probably the best person to ask about your early experience and the mistakes that musicians can make when they're starting, if they're trying to survive on energy without any income. It's true that we started as a bunch of enthusiasts. Our first event was a concert of a small Norwegian band no one knew at the time. We found them on YouTube, and they found them very cute. We thought it would be great to bring them here. We didn't do any promotion back then. We just thought we should bring a band over for a concert. And we decided to play big from the very start and went for Errata Hall, about 600 or 800 seats. So we thought it was completely okay to bring a band that was completely unknown in Russia to a large stage and try to get an audience. As I said, no one in Russia knew who these guys were. So then we realized we had to pay for the venue, we had to pay for a lot of things, and it was a crucial moment for us. We realized the following: the more unconventional your positioning is, the bigger your success is. So we started saying that this was a long-expected concert of a great Norwegian band with a lot of hits, and we promised that they will perform their hits, even though we didn't know whether the group had any hits at all. However, the media supported us, and they started writing about it. The concert. So when the band arrived, I think they arrived on Thursday, and they had a concert in Errata on Saturday, and they had a couple small gigs in bars on Friday, the day before. So we realized that even if we lost some money, it wouldn't be a great sum of money. We realized how important it was to position the band right. Customer doesn't say anything to you, but if you start saying that it's a great, fantastic Norwegian band that's very popular, it can work sometimes, and it works for us. So such positioning helped. We had an audience of 350 people. That's quite impressive. Okay. Был ли момент, когда... All right. So was there a time when you had to appeal to someone for help? A time when you realized that you can't solve a certain issue, you can't tackle certain tasks? Okay. Like asking someone to bring you three more microphones. And, was it difficult for you to ask for assistance? Well, in fact, I think all of us have to ask for assistance sometimes. I think it's great. And it's great that people actually help. And we have those long conversations of me asking people to do something and them asking me to do something in return. I think it's normal. If you have some friends who can give you a hand just by reposting information about the concert, I think it's great, and it's often very helpful for us. Now your agency is experienced and quite well known. What do you tell musicians who come to you asking, please help us, please promote us? We don't have any money, but can you please promote us? What do you answer to such guys? На самом деле, нам нравится работать с начинающими музыкантами, но actually, we enjoy working with beginner artists. Очень часто нет какого-то понятного позиционирования. Sometimes they fail to find the right positioning. They fail to communicate their message, and we get a lot of random requests. For instance, a lead singer of a band suddenly thinks that he or she wants promotion, and then I get attacked. I get a barrage of requests in all social media at the same time.
quite frightening at times. So the main problem with beginner performers is probably that they don't really know what they want to do, so they just bombard you with requests. What they need is a strategy, a press release, a press kit with photos, videos, and audios. They just have scratches, scraps of information that they cannot, that you cannot unite in a neat campaign. Have you worked with projects that you started as pro bono projects, but then moved on to commercial projects? Like, what do you call working for food? Well, I can't really work for food because I can't offer food to my own employees. However, when the project is really interesting to us, we can take it up on a pro bono basis. This is what happened with the IEGEL band about a year and a half ago. So can you say that, guys, we won't promote you, but we can offer you some advice? Can it happen? Well, we consult bands, performers. We sometimes recommend artists and performers to organizers of festivals. You give very concise answers, and we have more time than we needed. So, Sasha, please expand on it. Yeah, I'm ready. I'm all yours. А можно сразу ответить на... Can I start by answering? Нет. No, I can't. Okay. Как ты начинал? How did you start? Начинал... Самый трудный момент, расскажи. What was the most challenging for you at the beginning, when you wanted to give it all up and start working as a sales manager? Это было перестроечное время. Я жил в Петербурге тогда еще. It was during Perestroika. I lived in St. Petersburg. Были времена, когда... У меня не было денег на метро доехать на репетицию. Было ощущение, что музыкой я никогда не смогу заработать, и что все это совершенно бесполезно, что эта любовь к музыке просто загонит меня в гроб, потому что тогда джазовая сцена была сильно другой, если сравнивать с сегодняшней, и подумать о том, что когда-нибудь можно будет зарабатывать профессионально музыкой, было просто невозможно. Playing music professionally was quite hard. However, you could jump over the tourniquets on the subway. Ну, я, по-моему, не злоупотреблял. Yes, it's true, but I don't think I did it too often. Я начинал первые деньги свои, я заработал на Невском проспекте рядом с Елисейским магазином, когда я играл в Dixieland, и мы практически каждый день выходили на улицу, играли несколько часов. По каким-то причинам это действие называлось «красить лошадь». Я не знаю, что это происходит. Мы красили лошадь почти каждый день. И как это выглядит? Стоит Dixieland, и перед ним портфель, не знаю, чемодан, шляпа. Туда кидают деньги. Для того, чтобы денег кидали больше, барабанщику давали соло в каждой песне. Даже если это была баллада, я играл соло. Это собирало гораздо больше людей, и они с большей охотой кидали нам деньги. Таким образом мы начинали. Потом это был джаз-клуб «Квадрат», какие-то джемы, потихонечку стал вовлекаться в концерты. Джазовая филармония, потом появился клуб New Jazz Club, который потом стал JFC Jazz Club. Стали появляться концерты. One of St. Petersburg's largest jazz clubs. Ну, потому что я это делал не для того, чтобы зарабатывать этим, потому что я любил музыку. Well, because I wasn't trying to earn money. I was doing it because I love music. Was it love? Yes, it was love. Музыки, да. Love for music, of course. Я на самом деле не мог себя представить без музыки. Well, I все свободное время я занимался. Я даже меня выгнали из музыкальной школы из-за этой любви к музыке. И я перестал ходить в училище Мусоргского после двух месяцев обучения из-за любви к музыке. Я так любил музыку, что... Это необыкновенный путь. Да. Мне, кстати, кажется, что иногда такой путь может привести к какому-то другому результату. Например, если взять... Я не пытаюсь сравнить себя со Стив Джобсом ни в коем случае, но это довольно известный пример. Если почитать его биографию, то вы обнаружите, что он пытался идти своим путем. Он не любил сильно учиться где-то. Вот. Мне кажется, что... В некоторых случаях обучение — это круто, в некоторых случаях круто, когда ты просто фанатичен, любишь свое дело и занимаешься целыми днями в своем барабанном подвале, в моем случае это барабанный подвал у кого-то там, какой-то другой подвал. А был момент, когда тебе
I had drums in my cellar, you can still achieve something. Were there times when you found it hard to play, when you found it hard to focus on music? Да, у меня был момент, когда мне пришлось сильно переосмыслить, дело в том, что Петербург очень сильно располагал к использованию каких-то расслабляющих веществ, и мы злоупотребляли этим очень сильно в самом начале. И потом я понял, что это же путь никуда, который ни к чему не приводит. Нужно немножко собраться и начать заниматься еще больше, попытаться, может быть, сделать какую-то группу, там, я не знаю, договориться с кем-то о проведении концерта. И вот тогда, осмыслив все это, я, мне кажется, и начал потихонечку взбираться на ту лестницу, которая, ну, на которой сейчас я стал еще выше, мне кажется. Потому что без активного участия музыканта, помимо музыки, еще в других процессах, о которых я вам сейчас расскажу, потому что я вам приготовил презентацию, мне сказали, что я буду говорить 6 минут, я приготовил вам спринт-презентацию. So если можно, I'm going to give a very fast presentation to you. Okay. Sasha Mashin. Promoter. Почему здесь коробка? Это коробка. Why a box? Okay, thank you. Небольшое отвлечение по поводу скромности, я просто небольшую вставку. Кроткость — это сестра таланта, да? About humility. Humility. Кроткость — is the sister сестра таланта. Of talent. Да, а скромность — это сестра неизвестности. And also the sister of... Не буду излишне скромным, и прямо сейчас хотел бы вам подарить по диску. Это мой дебютный альбом. I'd like to present you all with a disc, with a CD of my debut album. Альбом называется Outside the Box. Именно поэтому вы здесь видите коробку. Мне показалось, что в нашей джазовые тусовки российской, мы слишком сильно находимся внутри каких-то рамок, коробок. И нам обязательно нужно попытаться выбраться. И вот эта презентация будет как раз о том, как выбираться из коробки. Куда кликер? Ага. Это вопрос, который я слышу постоянно. So this is the question that I keep hearing. Люди просто кладут телефон, смотрят на него и не понимают, почему не раздаются звонки, почему их не зовут выступать на самые лучшие фестивали. И проблема здесь в том, что недостаточно уметь играть хорошо на инструменте, даже если мы предположим, что вы уже хорошо играете на инструменте, что бывает не так и часто. Нужно еще что-то сделать. И что это? То, что мы делаем, это только маленькая часть. Если вы сумели что-то сыграть, воспроизвести несколько хороших звуков, это только самое начало. И это меньшая часть всего, что должно произойти. Вы должны быть очень активны. Если вы не сделаете эту работу, ее никто не сделает. Если у вас у самих недостаточно причин сделать что-то, как мы можем быть уверены в том, что эти причины найдутся у других людей? Этого, скорее всего, не произойдет. Мы научились играть. Что должно произойти дальше? Нужен директор. Кто нужен еще? Копирайтер. Кто-то должен писать тексты про вас. Somebody who creates texts about you. Кто такой СММщик? A social media manager. Вы должны научиться... Who's a social media manager? Вы должны стать видимы для you need сетей, to become visible потому что... For social networks. Чуть позже. We'll return to that point. Публицист. Человек, который доносит Publicist. Ваш готовый продукт до журналов, радиостанций и так далее. Может показаться, что это чересчур большая ноша для музыканта, что вот я такой весь прекрасный, играю музыку, я талант, пусть все остальные делают это. Нет, этого не произойдет. Тем более, что мы сегодня разговариваем о ситуации, когда у нас продвижение происходит без бюджета. То есть мы не можем рассчитывать на то, что кто-то за это заплатит. И вам может показаться, что это чересчур, но это не так. Вот еще несколько профессий, которые вам нужно изучить. So, several more jobs that you need to study. A photographer, for example. Кто все эти люди, которые только что
были перечислены на экране. Кто эти люди? Who are they? Who are they? That's me. Я сам все это делаю, по крайней мере, делал. Сейчас ситуация у меня лично меняется, но я это делал многие годы сам. Не пугайтесь, не думайте, что это суперсложная задача. Если вы начнете, у вас будут успехи. All you need is to get started. Don't hesitate to start. It's important to understand, if you're not online, you don't exist. Вы должны начать с того, что в сети о вас должно быть море информации. Именно так поступил я, когда я сделал свой сайт, который выглядит довольно неплохо. Я это сделал собственными силами. Просто мне в какой-то момент стало интересно изучить немножечко верстку, законы композиции, как расположить объекты на экране и так далее. Музыкант, который хочет заниматься только музыкой, может подумать, что это чересчур. Но это не так. Вы должны это знать и уметь, потому что в противном случае за вас должен делать человек, который попросит с вас очень-очень много денег. Поэтому у вас должны быть либо деньги, либо время. Желательно и то, и другое. Поскольку мы договорились, что денег у нас нет, поскольку мы продвигаем сегодня без бюджета, вы должны научиться управлять временем. Это одна неделя вашей жизни. Это один год вашей жизни. Каждый квадратик здесь представляет одну неделю. Так выглядит 5 лет вашей жизни. Это 30 лет. Это все ваше время, которое у вас есть. Если вы хотите узнать больше об этом, посмотрите знаменитую лекцию на TED Talk by Tim Turbin. Гениальный человек. Почитайте его Wait But Why. Это все ваше время, которое у вас есть. Каждый квадратик здесь — это неделя. Нам кажется, что количество недель нашей жизни не ограничено, но это не так. Что, давайте уберем отсюда первые 10 лет, когда мы ходим в детский садик, в школу, потом мы заняты какими-то, там, не знаю, кто-то должен ходить в колледж, учиться. Я, слава богу, пропустил этот период и сразу занялся музыкой. Значит, потом в конце жизни убираем еще 20 лет, потому что мы практически овощи там, да? То есть остается очень мало времени, и ощущение о том, что вот этих квадратиков бесконечное количество, оно просто драматически меняется. Мы понимаем, что этих квадратиков очень-очень мало. Почему дальше не идет? Мое время закончилось? Вот, смотрите, у меня на кухне висит вот этот календарь. И крест, который вы видите. Видимо, села батарейка. Вот, я тут, видите, это крестик, я его передвигаю каждую неделю, я стираю его и передвигаю, чтобы понимать, сколько у меня вообще времени осталось. Не нужно ждать, что с вами что-то произойдет. Вы должны просто изо всех сил работать все свободное время. Его у вас очень-очень мало. Но его достаточно для того, чтобы вы могли успеть все сделать, что вам нужно. During the concert. Если позволите, Саш, вам пару еще вопросов. If I may, I have a few questions for you, Sasha. Как произошел тот момент, когда ты перестал хвататься за все? How did it happen that you chose not to take every offer? And could you please tell us about your first decision to not to accept any offer? Это довольно сложно, на самом деле, потому что нужно для этого нужно очень точно понимать, что ты хочешь. Вот как все эти квадратики, которые вы только что видели, я стараюсь несколько раз в неделю воспроизвести в своем сознании план на будущее. Это может быть план
я думаю о следующем дне, что я делаю завтра, что я делаю всю следующую неделю, чем я занят ближайший месяц, 6 месяцев, год, 5 лет и 10 лет. Это не то, чтобы горизонт планирования, это, скажем, предположение, что бы могло быть, ну, хотя бы приблизительно попытаться думать об этих вещах, потому что время, оно... С каждым годом его становится все меньше, оно просто вытекает из нас. И если мы не будем думать о наших перспективах, о том, куда мы движемся, мы не сможем выстроить правильно приоритеты. И именно приоритеты помогают тебе понять, нужно тебе соглашаться на какое-то предложение или нет. Насколько оно соотносится с линией, вот этой твоей жизненной линией, которую ты пытаешься у себя в голове выстроить. Нет, изначально я полупьяный в декапе щевиков в джаз-клубе «Квадрат» сидел и думал, что все очень плохо, потому что я начинал с этого разговора, казалось, что невозможно будет музыкой заработать. Да, конечно. Can I ask a question, actually? Привет. Please speak to the mic. Interpreters cannot hear your question. Ну, раньше я очень сильно... Все слышали вопрос, да? Не нужно повторять. Раньше это меня сильно очень выбивало, но количество всяческих обстоятельств и препятствий было довольно большим в моей жизни, поэтому я научился с этим мириться и относиться к этому гораздо спокойнее. Вначале это меня сильно, конечно, выбивало. Мне казалось, что каждый раз все рушится, но теперь я просто на каждую негативную какую-то историю, которая с вами происходит, стараюсь реагировать смехом. Мне кажется, что истерический смех – это самая классная реакция на все самое неприятное, что с нами происходит. Просто вы должны смотреть на это как на какую-то абсурдную, идиотическую ситуацию и просто ржать со всей дури, и все, и тогда опять клево становится. There is a philosophic idea that everything that frustrates us, some maybe illnesses, it just not happens. Какая-то штука, связанная с тем, что происходит Ну, я не склонен к мистицизму и к эзотерике, поэтому я думаю, что, конечно же, большая часть того, что с нами происходит, это результат нашего поведения прошлого. То есть то, что с нами сегодня здесь происходит, это результат того, как мы прожили предыдущее время. И я просто стараюсь... В будущем жить его так, чтобы это приводило меня к тем результатам, которые мне бы хотелось видеть в своей жизни. Но мы все его так или иначе создаем. Даже когда мы не хотим этого делать, мы все равно его создаем неосознанно. Но если этот процесс осознан, то, мне кажется, возможностей гораздо больше появляется. Еще, может быть, пару слов, кроме этой презентации, если говорить, вот, ну, что может сделать музыкант вообще, как он может добиться. В моем случае это было, все начиналось с сайта, который я сделал. Я понял, что современные технологии позволяют нам за бесплатно совершенно присутствовать в сети. Вы можете наращивать количество подписчиков в Инстаграм, вы можете подписываться на правильных людей в Инстаграм, они будут подписываться на вас. Количество подписчиков будет возрастать, это будет привлекать к вам внимание. Я сделал довольно приличный сайт, который заинтересовал многие компании. Ко мне пришла компания Yamaha, предложила стать артистом Yamaha. После этого пришла компания Daddario, предложила стать их артистом. После этого подключилась компания Zildjian, компания Victors. Потом мы создали лейбл Rainy Days, который меня поддерживает. Я часть лейбла, но при этом они меня поддерживают как артиста. Все это... Я считаю, стало результатом того, что я какое-то количество своей энергии забрал из занятий на барабанах, занятий музыкой и вложил их, скажем, в какие-то другие активности. Предположим, я 10 лет был фотографом. Музыка для меня была способом заработка на пленку. Я снимал исключительно на пленку. Сам это проявлял все.
Эта способность помогла мне выбрать, может быть, наиболее подходящие фотографии для того, чтобы люди, которые могут быть потенциальными заказчиками фестиваля, я не знаю, промоутеры, клубы, чтобы они выбрали именно вас, потому что очень часто музыканты присылают просто какие-то не очень внятные фотографии, которые никаким образом не представляют артиста. Вот все эти умения, они могут вас продвинуть, поэтому нужно вкладывать туда очень много. Ваша музыка — это всего лишь, там, не знаю, может быть, 30% всего продукта, если вы сами хотите продвигать этот продукт. И вы счастливые люди, если вы можете кому-то заплатить, делегировать это, и за вас это будут делать. Но, к сожалению, чаще всего это просто невозможно, потому что нет бюджета. Most often it's not possible because you don't have any budget. Well, that's really great because I heard you playing and now I want to see your photos. Нет, я зарабатывал музыкой на фотографию. Музыка для меня был способ заработать деньги на фотографию, потому что пленка дорого стоит, мне покупал. Мне звонит кто-нибудь, предлагает концерт, я думаю, клево, пленочки куплю новые. Так это было. I could buy a film after that. Okay, let's go on. Мне бы хотелось сказать, что во мне вот так сложилось. Изначально я была исполнительницей джазовой, и в 2006 году, когда умер Анатолий Берестов, заслуженный артист Российской Федерации, который создал джаз-клуб «Геликон» и организовал международный фестиваль джаз в Старой Крепости в городе Кузнецке, это Кузбасс, если вы знаете. Мне довелось возглавить учреждение культуры, муниципально-автономное учреждение культуры, в котором 75 штатов. Единиц. Мальчики в основном артисты, джазовые музыканты, биг-бенд, диксиленд и все остальное. И в придачу мне достался международный фестиваль джаз в Старой Крепости. Вот на сегодняшний день, за 12,5 лет, я провела 22 международных фестиваля. И тоже не имея бюджета, а в основном 19 фестивалей, это было за счет меценатов, за счет спонсоров, и только 3 попали в программу 400-летия города Новокузнецка. Это федеральная бюджет совместно с областным и муниципальным. Но дело не об этом. Я сейчас хочу поделиться уже как не исполнительница, не певица, а как менеджер, как продюсер. Менеджер, я тоже приготовила презентацию, потому что это будет очень наглядно, мне кажется. Это вот я. Вот смотрите, это зал, это у меня 2 концертных зала, клуб 2000 квадратных метров, 3 этажа, много всяких разных баз, на которых могут заниматься джазовые музыканты и заниматься преподавательской деятельностью. В какую сторону? Направьте в задний ряд. Последний ряд, зал. Все поняла. Спасибо, Саша. Чем интересны вы мне? Давайте я вот буду говорить свою позицию. Мне первое, что когда я планирую фестиваль или какой-то концерт, я хочу хороший качественный материал, интересный. В первую очередь меня интересует тот материал, который вы сами либо написали, либо это аранжировки. Немаловажно, это имидж, то есть вот начиная от, давайте, от шляпы, да, и до обуви. И некая узнаваемость среди вот массы, простите, что я так говорю некорректно, на самом деле очень много музыкантов обращают, как это все у меня хрипит, да? Ты я такая громкая? Вот так, да? Да, сразу. Очень большой поток информации идет музыкального, и хочется вот из этого потока выделить ярких индивидуальных личностей, музыкантов. То есть, еще раз говорю, самобытность – это как материал, авторская программа обязательно, и не просто авторская программа, а та, которую можно использовать в фестивале или в какой-то концертной программе. Оля, да. Наши техники умоляют это. Я такая громкая. Все, спасибо. Все, вот так хорошо, да? Далее. Да что такое? Ага. Вот второе. Мы с Сашей в одном направлении работаем, наверное. Прежде чем... Ну вот мне отправили музыканты материал. И дальше они, бывают просто отправляют какую-то любительскую видеозапись. Но меня прельщает всегда что? А, сайт.
или страничка какая-то в соцсетях, видео, аудио, информация хорошего качества, но если вы вообще у всех прекрасные сейчас гаджеты, поэтому можно даже сделать хорошую качественную запись, и портфолио некое такое, где есть и фотографии, и все, характеристика о твоем, вот, о самом тебе. Это вот я рассказываю, как я отбираю исполнителей. Что немаловажно, вот я посмотрела материал, мне он понравился, увидела внешне потрясающе все, ярко, красиво, интересно. А далее начинается самое интересное, когда люди начинают вести переговоры. Почему я говорю? Потому что я людям плачу всегда. Всегда. Все, кто здесь есть в зале, Саша не даст соврать, я считаю, что хороший труд только не бесплатный. Даже? И мне, молодому исполнителю, чтобы заплатить, мне же надо понять, за что я готова ему дать денег. Подождите, кто там? Нет, подождите. И вот я тут чуть-чуть взяла такую фразу, да, стучите, и вам отворят, простите, и дано вам будет, ищите и найдете. Обязательно не стесняйтесь говорить с продюсерами, с директорами, с менеджерами. Говорите о себе, не стесняясь, но это чтобы было корректно, красиво и убедительно. Немаловажно, вот я сейчас чуть-чуть в сторону отойду, уже как исполнительница, допустим, меня прельщает всегда, что чтобы стать известным и чтобы тебе оплачивали, в первую очередь, конечно, нужно не стесняться участвовать и отслеживать самые престижные фестивали мира. И как только вы отследили, что есть фестиваль, ну, я не буду называть, да, какие. Смотрите, принимайте участие, может быть, вас заметят. Я знаю, что Саша, это потрясающий музыкант. Саша, я тебе говорю комплимент, я восхищаюсь его творчеством. Я знаю, в каких фестивалях он участие принимает, но это самое, наверное, важное, это Монтрео, конечно, для меня это было три раза. Давайте поаплодируем этому музыканту, он сам себя продвинул без бюджета. А это о чем говорит? У меня есть еще знакомый Побожий Женя, который в 2006 году, я его пригласил на фестиваль, он еще не был известным музыкантом, но он был клевый, он был потрясающий музыкант. И Женя тоже принимал участие в фестивале в Монтрео. И вот, то есть нужно отслеживать престижные фестивали. Кстати, и в России тоже. Вот, так что смотрите за самыми престижными фестивалями, в котором вы можете, вас увидят, вы сами себе можете показать, а дальше вас пригласят обязательно и в другие проекты, и обязательно заплатят. Самое немаловажное для артиста, чтобы как-то продвинуть себя и чтобы тебя увидели, это участие во всех джем-сейшенах, тусовках, форумах, проектах. Вот вы сегодня пришли, и вечером, я думаю, что вы тоже будете где-то на джем-сейшенах, и вы покажете себя. Обязательно приду я, придет еще кто-то, придет много людей, которые будут искать свежий материал для своего фестиваля, для своих концертов. И у меня приготовлены визиточки для вас. И то есть я вот со своей стороны говорю, я обязательно приду и буду слушать, я буду отбирать. И где-то вас обязательно кто-то увидит и пригласит. Престижные фестивали, как правило, дают гарантию музыканту. Это оплата перелетов, гостиницы, питание и, конечно же, какой-то гонорар. Так вот, по переговорам, да, когда ведете переговоры, не стесняйтесь называть какую-то цену. Никогда не занижая своей стоимости, но и не завышая. Какой-то некий должен быть стандарт. И в престижных фестивалях это будет гарантия, что вас обязательно вам заплатят. Именно вот те позиции, которые я сказала, перелет, проживание, питание и гонорар.
Что еще хотелось бы сказать? Вот уже тут как певица могу, как вокалистка, сказать о том, что в моей практике было очень много бесплатных концертов. Очень. Я до сих пор даже для имиджа стараюсь где-то лишний раз, мне предлагают, там, ой, ну вот нет бюджета. Я говорю, хорошо, но я вот меня увидят, услышат, а в зале, может быть, еще есть какие-то влиятельные люди, может быть, какие-то связи, какие-то отношения. Обязательно вы вас заметят, если вы достойны материала. Извините, что я очень грубо говорю, но это так. Седьмой пункт, это вот Петр сказал насчет спонсоров. Я не соглашусь. Вот я сказала о том, что... Подождите, как обратно вернуть? Верните обратно слайды. Нет, спонсоры. Хорошая мысль. Так вот, 19 фестивалей я провела за счет меценатов и спонсоров. Бюджеты, финансовую сторону, я не думаю, что вам интересно это будет знать. Но чтобы пригласить, сделать трехдневный фестиваль с максимальным количеством коллективов, вы понимаете, что это такое. До Сибири перелет, авиаперелет Москва-Новокузнецк стоит 25 тысяч рублей. Одного. И пошло все и поехало. Так вот, не стесняйтесь никогда, если вы видите, например, простите, буду говорить страшно, там банк какой-нибудь, да, производство, комбинат, шахту, еще что-то, не стесняйтесь сходить и постараться как-то убедить людей, что вот вы молодой, что вы вот, вам тяжело. Люди многие имеют социальные программы, не многие, а все предприятия крупные, все менеджеры имеют социальные программы. Не обязательно все вкладывать конкретно там в пенсионную, еще куда-то. В молодежь надо вкладывать, поэтому не стесняйтесь себя предлагать как материал, который готов будет там где-то, например, в Монтрео, да, сделать рекламу. Банка. Например, это очень важно. Участвуйте в грантах. Сейчас Россия перешла на другой уровень совершенно, и грамотно написанный грант, артист или это какое-то мероприятие обязательно заинтересует, и надеюсь, что вы тоже сможете получить деньги и уже отправиться куда-то. Я говорю про более дальние фестивали, например, за рубеж куда-то, или там, Москва, кто приезжает, Санкт-Петербург. Ну, вот, мне кажется, что это так, это моя позиция. А по поводу программ я могу сказать, что 5 лет назад уже была такая ситуация, что все, денег нет, не знаю, к кому идти, не знаю, что делать. Думаю, а попробую-ка я вот 400 лет Новокузнецку упросить управление культуры, ну, я убедительно все написала, программу подготовила. И вы представляете, фестиваль «Джаз Старой Крепости» именно так и вошел в эту программу. Почему ваше исполнительское мастерство не сможет пройти? Как вариант. И в заключение я бы хотела сказать, что мой фестиваль достаточно престижный. На моей сцене выступали Бенни Голсон, Майк Стерн, Джефф Тенни Уотс. Адам Носбаум, Билли Кобм и многие другие исполнители. Наряду с этими звездами я всегда стараюсь в фестиваль пригласить молодых исполнителей. Всегда. И вот как раз с фотографии мне бы хотелось показать. Был приглашен с конкурса «Джаз на Байкале» Игорь Сендеров. Вот я фотографии подготовила вот тех молодых. Саша, это ты. Это 2006 год. Это Макар Новиков. Тоже 2007, наверное. Так. Это Алевтина Полякова, замечательная исполнительница, которая сейчас уже работает в Штатах. Вот это наши. Это все часть небольшая фотографии, которые наших музыкантов. Just a few pictures. Thank you very much for your presentation. Let's appreciate this presentation. Уже завершая нашу прекрасную секцию, I think that we are coming to an end of our panel discussion. У нас в зале есть приглашенный эксперт. We have an expert, Максим, here. Could you pass him the mic?
Вы один из лучших разработчиков. You are one of the best developers of websites for musicians. How do you cooperate with young artists? Do you support them? Do you help them? And how do you do that in order to promote them? Thank you for your appreciation. I have launched more than 50 websites for musicians, but I started to work with my first clients. They were among them Carl Berger, for example, so living stars. And it was my major interest. It was non-commercial direction. I was very interested in this work, in this cooperation. Speaking about our support of young artists, I'm a designer and a developer, and I can combine several functions. I liked Sasha's story about hats that should be worn by experts in this industry. So I combined different functions, different skills. Sometimes I acted, I performed like a shrink who has to speak to his client, to talk with his client. You won't believe that sometimes I get a lot of really horrible pictures, so photographs. A lot of people, they are, despite the fact that they are brilliant artists, they send just horrible photos, and you need to just to instruct them to change those photos because they can't be used for promotion. This is just a tiny portion of the things that I might discuss with young artists. We discuss a lot of things about promotion without budget or with a budget, but it doesn't matter how much money you have. Your main goal, your main task is to promote yourself, to get to perform on major venues. So the sky is the limit, actually, and you can make a great progress. All the artists use one and the same methods and strategies. The strategy is to clearly understand your target audience, including not only your listeners, but all those professionals working at festivals. I think you should wisely choose festivals that you want to participate in, because you need to understand where will be your target audience. I think it is important to choose your instrument. Our life is, well, is limited. We have social media, internet, and it's a limitless possibility. It's a limitless tool, and you need to choose wisely those things that can help you. I think that every professional should know about jazzboy.ru. I think that that musicians of the international level should know everything about jazz.
And they have to have a press kit, just a short, a brief presentation about themselves. Thank you very much for your advice. Many of us heard from musicians that they want to get money to promote themselves. Well, money is not everything, and today you've been proven that. Thank you very much.